поздно. Кост только нажал запустить, и ты пишешь меня. Енот нажал, не я. Енот. А, ну хоть когда-то Кост не виноват. Вините 8 енота. Ладно, на этой ноте я закончу. Спасибо вам за это время, которое провели. Давай, лаунчер, пока-пока. Давай, спасибо, лаунчер, тебе тоже. Счастливенько. А, ночь. Аптека, улица, фонарь. И а мы эту карту проходили. Думаешь? Забудь о ней. По-моему, мы ее проходили. Там будут очень жопные элементы. Ну, класс. Антон вышел. Покинул чат. Ух ты, а там дыдочка была, а я чек не взял. Дыдочка. Чик. Тут там падает. О! Вы чё, блин? Снайперит за... Султана прокачать. А тут у всех сток. Не у всех. В смысле, у меня он есть. Угу. Ай, пирамидка, давай, отъезжай, я отъехал. Жопных элементов не наблюдается. Там вот когда ты поверху будешь ехать, ты поймешь о чем. Ну, если это та катка, конечно, может она визуально похожа. Ну понятно, Кост. По головам едет. Так о чем мне? Красивому-то. Ай, я криво вылетел, меня. Ай. О, здорово. Здравствуй. Че как оно? Кано, что именно? До свидания. Спасибо, Антон, я тоже тебя рада видеть. До свидания. Я думал, он скажет, что я люблю. Ну, конечно. Не дай боже. Не дай боже, алло. Конечно. А со мной сработает так? Пошел ты в жопу. Понеслась любовь Антона и енота. Только я буду со мной так, пьем ты. Да хуля. Он только со мной так, понятно? Понял, ты енот. Ская. Я не могу ругаться, мне запретили ругаться. Не ругайся. Я ругаться. Так, есть чек. Что мне сделать? Не ругайся. Еще раз. Олеська, ты опять что-то жрёшь? Нет, я ничего не жру. Он на грибы фигачит. А что ты колтаешь тогда? А никто, они хоты катают. Да, есть прокачанная кошка. Есть грибы всякие разные, понимаешь? Сейчас весна, тебе будет плохо. Ничего не будет плохо, они будут не хорошо. Будет, да. А как тут поехать-то, блин? Блин, я куда-то в сторону улетел. Нельзя вот, да? Нет. Ну пошли отойдем. Хреновая идея. Пошли отойдем. Блин, а как тут по спирали-то по этой поехать? Прямо? Чем? Терапия. Крови. Когда стрим кончится. Ребят, у нас стандартно стримы до 11. Если их не продлят... Вот, да тихо. Да засывился.
Короче, я прилетел на спираль. Где енот? Енот? Чё? Ты здесь? Нет. Да чё вы? В смысле нет? Да, хорош. А, еще одна такая же херня, блин. Там скорость нужна, там без скорости не поедешь. По скорости там не дают тебе. Да я просто бьюсь и отлетаю. Что за кривая хрень? Енот, кто автор этого дерьма? Танос. Кто? Танос GR12. Анос? Анос. Унос. Тандос. А, Тандос. Блин, я почему-то только Анос слышал. Анос, Анос, все правильно. Анос. Тандос. Не, ну, так-то да, больше ему ник это подходит. Просто заезды кривые максимально прям. Ты про спираль? Да. Да? Да-да, я всю скорость... Так задуманно. Не могу сделать круг. Вообще-то не рот, а пасть. Он же енот. Рот, закрой свой. Ротик вообще-то миленький. Рот, закрой свой. Енот, мы вчера не договорили, да, значит? Все сказано было вчера. Вот и все. Все решено вчера было. Все решено. Все решено без тебя? Без тебя, без тебя. Тишина. Блин. И тишина. И мертвые с косами стоят. И тишина. Боя, 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 боя. Стой, что? Там на скорости надо, там медленно не пройдешь. Я не знаю, как там медленно пройти. Сорян. Ну, проходи, проходи, ладно, я проехал. Какой ты добрый. Так, а чё? А. Ага. А. Антуан. Что? Я так пришёл. Это ваши все изысканные фантазии. Ясно. Раньше зачем стрим закончить тебе, нельзя. Зачем тебе, чтобы мы заканчивали стрим раньше? Да. Кто это сказал? Ну, там, терапия, прови. Что за человек, который блин хочет? Без понятия. Чем скинуть? Не было такого никогда в жизни. А зачем тебе, чтобы стрим закончился раньше? Мне интересно. Тебя хочет. Коса? Да. Ай-яй-яй, засранчик. Ты что на себя, Антон, много берешь? Ой, тьфу. Так. Енот. Дай-ка я тебя сейчас к себе перекину. Где ты есть? Засранчик. Маленький. Идите, идите, пообщайтесь. А вторую спираль вообще без проблем проехал. Вторую спираль, да, я тоже без проблем проехал. А вот с первой я мучился. Где ты что? А ты-то нахрен нужна им? Они вдвоем пошли, у них там это... Учил историю, с Олесей бы пошел. Пам-пам-пам, я здесь. Меня не хочешь брать, а енота берет, ну ясно. В смысле? А все. Так ты ему фотки не присылаешь. А енот присылает. Подожди, а енот присылает. Ага. Енота тоже нихера не присылает. Закройся. О, закройся ты. Мне кажется, меня тут недолюбливают. Да ты уже не нужен никому, все, забудь. У него есть кого, так что он так молчает. За да, деньги, у да? У него есть зайка там. В смысле, я тебя не понимаю, дружище, что значит за деньги, что значит раньше закончить стрим? У кого там, ой, терапия, ты это, слышишь? Перетерпела, короче, там немножко. Но он тебе платит, и ты стрим заканчиваешь. Ну, странно. Двадцаточку. Я думаю, Костя согласится, да? Ну, на час раньше закончить стрим, то я думаю, что нет. Чего нет-то? 20к.
Антон, вот зачем ты это делаешь? Мне кажется, это неправильно. Да. Ну, в прямом. Он же ничего не нарушает правила чата. То, что... Там есть другие человеки, которые могут его заблокировать. Ну, есть же. Так а зачем блокировать? В смысле, ты заблокировал просто так? Не просто так. Я почитал, что это уже неправильно. Вот, я... Ай-яй-яй. Кому-то язык с мылом надо помыть. Здесь, ну, причем. Не, ну, он же неправильно. Блин, он интересуется, каким способом Кос может закончить раньше стрим. Смотри, ну. Для чего это ему? Это, ну, это ж уже его проблема. Он же не пришел, не там не хренососит что-то. Ну. Олесь, разблокируй его и заблокируй меня. Что? Блин, можно я тебя заблокирую? Нельзя. Я тебе еще кучу тяпку надаю. Понял, да? Понял. Да, блин, а почему я здесь не долетаю-то? Понял, да? Енот. Понял. А, да остановись! Вот сиди в понятном. Антон реально разбушевался. Да. А я не могу. Я могу временно из... Ага. Я не сможешь. Да я не могу его разблокировать сама. Только Кос может. Я могу только заблокировать. Ты его забанил, что ли, совсем? Нет, он на 300 секунд. На 300 секунд. 300 секунд, по-моему, никак не уберешь. 300 секунд никак не уберешь. Ну все, тогда пусть ждет. Про эти 30 секунд уже говорили не один раз. А тем более он еще заматерился. Не один раз. Ну-ка, Енот, давай, скажи мне, что такое 30 секунд? 5 минут. 6 минут. 5 минут, да? Да. Вот Полик вышел слабенький. Сдался. Он, скорее всего, прошел и вышел. Да какой он прошел и вышел? Что ты рассказываешь? Терапия крови, я вижу первый раз. Терапия крови, что это такое? Ну и что? Ну и что? Он там мат написал, кстати, во втором сообщении. Ну, вот и именно, он мат написал, я вас это... Самое. Не передать словами. Собака. Ну вы же знаете, что я мат не умею говорить. Ну там реально мат написан. Да, реально. Отвечаю. Не, ну так одно Алиски. Сообщение заблочили, и все, он дальше мат написал. Ну, он на 300 секунд забанил его, не навсегда ведь. Да что-то я там не видел мата. Не, там был мат. Там есть мат. Был есть. Мат. На З. Там хороший мат такой. Одобряешь, да, такое? За? Да, дальше уже все понятно. Зануда. Слышь ты, зануда. Ой, мы случайно. Скажите, где тут был мат? Когда стрим закончится? А раньше стрим закончить нельзя? За деньги, да? Он написал, я этот скилл тест проходил. То есть там идет мат после этого слова, после первого. Вон, я устал этот скилл-тест проходить. Но да. Это не повод, это все равно босс, сообщение ушло на проверку. Ну я не босс так же сделал. Нет, так это одно сообщение можно было удалить. Да я удалил одно сообщение. Было. Может, ваш нот поэтому... Ну я не вижу мат, но вот я все три сообщения его открыл. Был, босс. Мат был, это 100%, но это одно сообщение удалить, а не человеку получить. Ну а... В он каком сообщении? Заблочил. Он исключил. Нет, тут чел нормально написал. Скриншот можешь отправить, не? Ну, просто интересно, почему я не вижу? Я вот что пытаюсь понять. Я пытаюсь понять, есть ли мат или нет, в принципе. Есть. Не, мат есть, почему я его не вижу? Может, у тебя чат интересно стоит? У меня лучшие сообщения только стоят. Я автоматически удалил. Класс. Да. Можешь тогда в это Discord? О, сейчас. Сейчас. Ау, Б.
Блин, сорян. Я пытаюсь встать, чтобы никому не мешать. Не, просто почему я-то не вижу это сообщение? Я не знаю, честно. Я не в курсе. Но там был мат. Я не в курсе. Молчи. Молчи. Ребятки, я не в курсе. Да, у меня этого сообщения нету. Я не знаю, почему. Ну, прикол. Прикол знает. Очень интересно. У меня этого сообщения нету. А у нас есть. Телефона. А зачем тебе стрим раньше заканчивать? Из чистой воли. Да, зачем стрим-то раньше закончить? Просто объясни, зачем. Ради своих интересов, то это нет смысла. Я ногу отсидела. Мою. Чью? Свою! Мою! Свою. Твоя называется моя, а моя... Ага. Твоя. Это не твоя. О, привет, здорово, бошка. Бошка? Да. А, Яша. Да. Енот. Чего? Чё? О, Айнсандарт. Блин, я забыл, Армес. Сейчас вспомню, подожди. Сейчас я позвоню. Полик уже у меня все сидит. Я забыл, честно, Армес, я не знал. Не буду знать, я не хочу знать. Ну и не надо. Если знаешь, крепче спишь. Да, блин. Нет, там есть очень такая фраза крылатая. Фраза? Какая? Фраза? Ну, в твоем случае... Я устал ждать, когда нормальный скилл-тест будет. А, и поэтому ты хочешь закончить стрим? Чтобы не было больше никакого? Я к сувардению Эльбарей. А что считается нормальным скилл-тестом? Ничего. Спасибо, взаимно. Спасибо, спасибо, взаимно. Из холодной Беларуси. Привет тоже передаю. А холодно у вас? Да у нас вообще капец. О, да. У нас минус. Блин, а это фейковый чек был? Нет, нет, нет. Слава тебе, яйца. Лучи это радует. В смысле, Каша, из холодной Беларуси? Ну, у него там холодно. У нас снег, да у вас мороз. Тип... Снег. Серьезно. Вот сейчас вот у нас вчера выпал 20 сантиметров снега выпал. Офигеть. Вчера. Да, прям вчера. До этого у нас было 13 градусов тепла, а вчера у нас выпал снег и минус 8 градусов мороза. Ну, Ксал дня брани. Ну, чуть-чуть не снег. У нас тоже 20 сантиметров снега, у нас тоже идет дождь. У нас тоже солнце. Не, ну просто вот еще хуже, чем снег, ёбаный. Лучше бы снег, чем дождь. Ой, блин. Он уже заебал. Антон. В смысле? Лучше дождик просто. Что я сделал, Каш? Что я сделал не так? Он уже за... мне показалось? Не показалось. Енот, рот закрой свой. Вот у тебя только эту фразу культурно получается говорить. Ну понятно. Енот против меня, как и Сима, и все, ладно, давайте, все, я удаляюсь. Смотри, раз, два, три. И ты дабл. Молчанием горе не помочь. Так, Антон. А работа Дана Галис. Нет, нет. Попробуй микрофон не включать, и не будет слышно. Ты рот закрой, немецкий. Енотский. А это енотский виноват, понимаешь? Енотская сраная... Ой. Чистоплотная. Я ушел, все. Помочь с выходом? Блин. Сейчас позвоню за
Ах ты сволочь. Неимоверно. Куда там долететь? Нихрена, прикольно. Чё, Каш, был такой паркур? Что? Такой паркур был? Нет, не этот, похоже. Ну, не то, что похоже, а вот когда сдалека смотрел, было похоже, когда приехал. Наш. Да и ночью тоже красиво. Наш печи никто не вечен. Хоть какое-то разнообразие будет в погоде. Ещё один. Ау. Ну ладно, чё. Ну тут же идёт на сроках погода. То есть там ясно, типа вот такое всякое. Полночь. Ну ясно. Я вот карту запущу, я проверю специально. День ясно. Ну ясно. Что тебе ясно? Ну, погода ночь. День. Еще какая погода, в смысле? Кстати. Ау. Давай. Давай приколимся. В смысле, платно. Ну, товарищи, не спорьте. Так, за рекламу сайтов это, бой, надо занести. Да. А, реклама аж на двух стримах была, так что... Енот пойдет тебе в это как в придачу? Енот не пойдет. Ну, ай, блин, чуть-чуть не долетел. Ну подумаешь, енот как... Я уже попу отсидел. Бывает. Какой у тебя чек? 30-й. А, то есть ты уже на финише. У меня 24-й, но тут какой-то сбор чеков. Что ты будешь делать? Я не долетаю, блин. Там на финише засейвиться можно, если че. Амах. Еще отдыхать, Антон, пойдешь. Роза, крой, сволочь. Я отдыхать буду? Ну, ради бога, давай. А сделай же его спать. Хочу спать вообще, капец. Я вообще устал. Колыбельную спеть или уложить тебя? Не знаю, ты же знаешь, как. Давай, ну-ка. А, в смысле? Чего? Какого хрена? Я уже не был, когда я выезжал. Но блин, чуть не обосрался раскона. А, у меня чеки финиш. Да. Ну ясно. Опускайся, а, твор. А, там так долететь далеко надо, там полностью. Да, и там это все на одной скорости. А я тормозился перед этим. Да, помянем тебя. Тут кос чуть-чуть правее надо вылететь. Ага, а я не долетел, чё? Правее. Угу. Вот сейчас тебя убьет. А нахрена правее? Ну она неровно, потому что стоит. Конечно, да. Б. Про то, что это неровно стоит. Да. Где там? А, ну и все, да, финих. Блин, допрыгать бы еще до этого. Пека. Иха. Лиха. Так я говорю лиха, ты говоришь иха. Я говорю лихо.
Ты сказала... Лихо. Ну, не, ага. А Коса, как там на одном разгоне, если я перелетаю, мне в любом случае назад откатываться надо. Ну, ты как вылетел, так же и едь дальше. Подождите, я лягу. Это мысль, это лего. Ну, у меня ноутбук, я могу лечь. Я говорю, лягу. Приятнее тебя слушать, Антон. Иди в жопу, ну, честно отвечаю. Отстань нафиг от меня. У тебя есть другие люди. Вот есть Кос, есть Боя, есть Каша. От меня... О, стой, стой, стой! Ох ты, блин. Ну, подумаешь... отвлекся есть. Чуть-чуть, блин, отвернулся, поворачиваюсь, я в финиш еду. Капец. Боя, жена не стена, подвинется. Инут, я с твоей сукой поругаюсь, отвечаю. Ребят, стрим как обычно до 11. Думаешь, сковородкой прилетело? Ты бы не мог разговаривать. Пистолетом. У нас нет пистолетов. Пистолетом. У него пистолет. Что за храп? Кот заболел, ты чё? В смысле храп? Вы о чём? Не храп, а хоп. Ой, суп. Антон сопел в микрофон. Да, это я всё. Засранец вонючий. Не-не, у тебя просто микрофон включен был, поэтому я говорю, что... Да-да-да-да-да. Вот так, да? Так, да. Мы на финише стоим, я пока на пару минут быстренько отойду, ещё вернусь. Ждём остальных. Каш, попробуй пробил использовать, а? Куда ты летишь? А, тут кто эту карту запустил? Не скажешь спасибо? Нет, за что тебе нет. Спасибо. Я там не 6 кнопок нажимал. У меня на одни приглосы кнопок нажать 50 ушло. Не будет. Будет, сука, Евген, нет. Сейчас, сука, будет еще нахуй. Я тебя сейчас замучу. Антон! Ой, Антон!